Приветствую всех. Меня зовут Борис. Я из Ростова-на-Дону. И суперкопилки я более года. А если точнее, год и два месяца. Записываю это новогоднее поздравление именно для тех людей, которые участвуют в суперкопилке и которые будут участвовать в суперкопилке. И в Новый год хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви и, конечно, того, для чего люди живут, наверное, и для того, что для чего люди приходят в суперкопилку. Это получать свой пассивный доход. Пассивный доход – это достаточно просто. Достаточно соблюдать некоторые правила, и буквально через несколько месяцев вы сможете получить этот замечательный продукт, который дает суперкопилка. Пассивный доход, он существует. Итак, что же я хотел пожелать в Новый год? Чтобы вас проходили все ненасти, чтобы у вас не было тех моментов, когда бы вы задумывались, где бы взять денег, где бы поправить свой финансовый бюджет. Все это дает суперкопилка. Суперкопилка, которая существует уже с 2013 года. И с 2013 года люди получают пассивный доход. Поэтому я просто рекомендую сделать это и зайти в суперкопилку. Суперкопилка – это суперпроект. Нет таких проектов, даже аналогов нет. Есть дополнительные проекты, которые работают по франшизе, но суперкопилка, она есть, будет оставаться первой. А первое это значит лучшее. Всем удачи в новом 2021 году. Всем привет!